Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор на вот такую вот радужную пленку, которая стоила всего около 300 рублей. Simaland, кстати. Вот тут, вот смотрите, написано. То есть, ну, в такие вот сейчас осенние деньки, если честно, хочется какой-то радуги. Так, да, пленка здесь флористическая, то есть это для цветов. Здесь он даже скотч. Сейчас мы найдем ее краешек. Вот, ну, с другой стороны, у меня она обычная, такого вот просто вот цвета. То есть там, ну, бывают разные. Есть написано, есть черный, бордовый. То есть там прям ссылка будет, я оставлю в описании. Мне самое главное было, что вот она с этой стороны, она глянцевая такая, интересная, хорошая. Вот, покупала я, конечно же, ее не для флористических делишек, не для цветов, а вот чтобы ее, например, взять вот так вот на подоконнике расстелить. Это какая-то радуга, это какое-то, знаете, счастье. Тут чуть-чуть помятая она. Вот. Ну, я думаю, дальше она вполне себе хорошая. Так, здесь у нас 5 метров в длину, а высота как будто это 58 сантиметров. Вес 216 грамм. Ну, посмотрите, она реально классная. Она не просвечивает, то есть есть еще точно такая же прозрачная, но я не дождалась ее. Та стоила всего 500 рублей. Сейчас мы ее отрежем. Тут цвета прям, смотрите, у меня даже глаза, если честно, немножечко заболели. Тут прям цвета совсем разные, очень офигенно смотрятся. Вот. С этой стороны обычная. Ну, я выбрала просто самую дешевую, самую вот, чтобы она была самая радужная, потому что там бывают, правда, разные бывают. И она довольно, кстати, ну, довольно плотненькая. То есть она просто так, наверное, не порвется, даже не растягивается, ну, чуть-чуть вот не формируется. Вот, классная вещь, мне она прям понравилась. С ней у меня есть некоторые интересные творчества, хочу связать чуть-чуть с ней. А какое именно, вы можете увидеть дальше, если подпишетесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, и всем пока-пока.